Кайога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Вольфенштейна. Это что-то с чем-то. Мы с вами пошли в эту сраную церковь, там такой бред был, там зомби какие-то начали появляться. Короче, жопа. Одним словом. Ну что, давайте тогда мы бежим с вами на ферму, да? Гутен так, Блажкович. Забирайтесь в кузов, я отвезу вас на ферму. Поехали. Сразу отправляемся на ферму. Оп. Короче, какая-то херня произошла из-за сработанной... Ферма, на которой обосновались нации, чуть дальше по дороге. Удачи, Биджей. Так, подожди, мне что нужно? Данные. 19 золота, 2 фолята. Классно. Все? Вылезь под камешка. Да, блин, отстаньте вы от меня, ну ёлки мой. Ой, идите в сраку. Нужно на коллаж будет еще. Блин, на коллаже... Ладно. Будем тогда этот использовать автомат. Он довольно приколен. Довольно приколен. Надоел. Мне кажется, скоро мы попадем в этот темный мир и нас ждет жопа. Карты здесь нету, это плохо. Где мне что искать? Тут невидимые стены. В чем мне золото искать? Ни хрена себе. Во-во-во-во-во, потише, потише. Шмалят хер знает откуда. О. Ну, скорее всего, это можно было и по-тихому все сделать. То согласен. Так. Да хера золото нужно где-то найти. Тут о, вижу кусок золота. Давай, я забаговал, еще давай золото. Странно. Показалось? Это деревяшка, показалось. Небо мигает. Оно даже не ваншотит, понимаете? То есть это чисто для огромной кучи врагов, для их зажима, что ли. Это как-то так.
сделаем хорошенько и красиво. Я не вижу вообще почты, ни хера. По-любому, может там, думаю, там будет записка. Мне говорят назад идти. А задание отыщите на ферме источник кристаллов. А, вы типа хотите меня, чтобы я по дороге пошел? Так, ладно, пока мне еще. Тихо. А это такой, ну я, короче, тут в машине посижу, ты ж не против? Я такой, я не против, сейчас еще машина взорвется. Так, и что это мне дает? Тут точно данные есть? 5 штук. Слушайте, тут это, да, большая местность. Если так посмотреть. Довольно очень большая местность. Так, это я... Это я хер знает где. Я заблудился. Я заблудился по карте. Что делать? Куда я не знаю, что я здесь. Уйдите в сраку. Я их хер знает. Я их не вижу, откуда они пуляют, они по мне шмаляют. Они меня даже не видят, но они по мне стреляют уже. Классно сделано. А, уровень очень большой. Осторожно! Идите в сраку. Просто минус хп. Я могу наверх залезть. Хватит оттягивать неизбежное. Обходи слева. Ладно. Все? Вы все, что хотели, сделали? И заметьте, что дает именно автомат этот. Наверное, он слишком жесткий. Круто. Через подвал. Так, тыквенное поле. Блядь.
Зараза. Чисто зараза. Минус сердце. Давай, сколько я данных про... Это только первый? Ни хрена себе. Хватит прятаться, труп. С гордостью сообщаю, что строительство подземной железной дороги к консервному заводу будет завершено на следующей неделе. Хотя эксперименты продолжаются. Скоро прибудет первая партия кристаллов. Да. Я-то думал, я там уже столько упустил, а нихера. Не останавливаться! Прикройте меня! Ребята, чё вы меня атакуете? Нечестно. Я хотел ему в спину зайти. Вперед! Они меня заметили. Давайте не нападают. Незаметное нападение. Капитан Кронер, во время последней инспекции я обнаружил вопиющее нарушение режима безопасности во вверенном вам центре. Требуется немедленное удвоение охраны и укрепление центрального входа в подземный бункер. В случае, если мои указания не будут исполнены в кратчайшие сроки, на ваше место будет назначен офицер, который в состоянии своевременно выполнять приказы командования. Добро. Так, ладно, туда мы сейчас перейдем. В результате ошибки при отправке груза имеет место нехватка снарядов 88-го калибра. В связи с этим склад артиллерийских боеприпасов переносится в штаб базы. Граната, бежим! Командуем укрепление! Все дело-то утихло. Фигня в том, что мне еще нужно эти два найти. Улучшение. Они через стены палят. В укрытие! Укрытие! Всем отступить! Там бомба упала. Ну блин, ну посмотрите на это. Что это за бредятина? Они должны умирать от выстрела. Они не умирают. Нулевая реалистичность. Направо! Взять его! Вот скажите, разве это нормально, то что они... Воу-воу-воу-воу! Через стены херячат. Я думаю, нет. Это ненормально, вообще никак. Это ты от него не спрячешься.
голубец. Блять, буду надеяться, что это сверху. Ага. Кайф. Подожди, здесь где-то? А, это от двери этих верхних. Бля, слушайте, а это же пиздец. Знаете, вы звуки сдаете. Блин, из-за этих чертов махов я на самом деле вообще не знаю, что делать. Осторожно! Все. То есть, понимаете, все, из-за вот этого я не могу дальше пройти. Я застрял. Тихо, тихо, я лучше... Короче, это пиздец. Тай, блядь, ебаный стол. Все, я очистился, проход. Ой, блядь! Как их пройти? Их пройти невозможно. Взять его! Кто-нибудь видел его? Пошли, пошли! У него лучевое оружие! Понимаете, я сейчас чисто просрал из-за того, что у меня на мушку переменилось. Взять его! Почему ты стреляешь так дерьмово? Нормальная сложность. Несложно, заметьте, это несложная сложность. Взять его!
Да, зря я говорил, что... Что сложность какая-то легенькая. Сложность окажется ни хера. Короче, первое время я понял, как выражить мне. А есть ли там заначки на второе? Здесь американец! Так, берем пушку. Я знаю, что ты здесь, Ян. Отряд отступаем. Куда он делся? Не останавливаться! Здесь, американец! Отступаем! Ой, ебанай! Ищи укрытие! Чё ты пошёл? Отходи с фланга! Помогите! Я под обстрелом! Вперёд! Это шпион! Зараза. Почему меня так дамажат? Прикройте меня! А тут есть быстрое сохранение, мне интересно. Подождите. F5, F9 есть? Здесь нету такого. Ёлки-палки. Нет, я соглашусь. Сейчас идет все сложно. Типа вот эти маги, они... Жесть, насколько они жесткие. Ой, стой, я же там деньги, да, не взял? Потому что я вижу, у меня только 7-й мешок. Так, давай здесь сразу все позабираем. Ой, я рад, что я справился с этой мразью. Поэтому все окей. А, я походу забрал. Ну ладно, хорошо. Почему он сверху говорит? Обходи с фланга! Это нормально? Он меня чисто мог сейчас бы убить зажимом. Это вообще нихера не нормально, понимаете? Это вообще нихера не нормально. Ложись! Живо! Отряд пошли! Бахстер! Вон оно чё! Понятно, понятно. Хорошо, что тут есть сохранение. Вперёд!
Подожди, если это моя граната, чё она так долго взрывалась? Ну она это монстр. Ебать. А что вы понимали, я еще ни один артефакт этот не нашел. Это шпион! Ребята! В укрытие! Нормально. Нормаль. Very good, so nice. Знаешь, они умерет. Хорош, ребята. Вы молодцы, вы справиться на отлично. Но ваша быть умертва. Я. Так, это отсюда пришел, да? Так, мне наверх, значит, что здесь? Где данные? Мне еще нужны одни данные какие-то. Ноль артефактов. Так, звездочка. Пещера. Да, скажите, что мне все-таки. А нет, это нормально. Сраные маги. Посмотреть пещеру. Что так низко? Давайте убейте меня, чтобы я, блядь, постоянно зато катался. Ух ты ж, понял. Вау. Внимание! Всему личному составу начать поиски нарушителя! Так, я понял. Что у меня из оружия еще есть? Хорошо. Так, наверх. Куда я лезу? А для чего? А для чего я сюда залез? А, понял. Бац. Укрытие! Тут довольно неудобная смена оружия. О! Вот фишка. Почему нет? Войно. Так, ну мне понятное дело, что на ту сторону нужно, чтобы пролезть. Я думал, что это за сгустки, а вот оно что. Она тут это? Он здесь. Пространство огромное. Тупые звуки. Осторожно!
ребята! Ладно. Калаш, поехали. Послать отряд! Обойди его с фланга! Взрываем. А, мне туда не попасть, да? Мне сюда гранаты кидают. Ходи! Да, вышел. Бля, он что, снизу стреляет? А-а-а. Что дальше? Сейчас чисто идет чистый шутер. Так, сразу вижу бочки. Почему мне только что мурашки по телу были? Да я знаю, смотри. Вы без меня не справитесь! Развяжите меня! Развяжите меня, вы не со мной не вы не справитесь с отключением, просто на потянуть рычаг. Да, ну. Хотя первые эксперименты дали положительные результаты, в ходе исследований становится ясно, насколько сложно искусственно создавать кристаллы Нахтзонны. В связи с повышением скорости роста наблюдаются дефекты структуры кристаллической решетки, и значительная часть кристаллов оказывается непригодной к использованию. С этой проблемой удалось справиться путем выращивания большего количества кристаллов и определения наилучших с помощью блудшляхеров. Да. А улучшение для способности я вообще ни хера не нашел. Прикольно. Ладно, давайте вот развяжем. Вы без меня не справитесь! Развяжите меня! Готово. А, это вы, агент Блажкович. В глубине этой пещеры хранится кристалл Нахтзонны. Ваша задача добыть его. А я тем временем поищу пути отхода. Моя задача найти артефакты, которые мне нужны. Эта дверь закрыта щитом. Чтобы ее открыть, нужно отключить генератор. Да ну нахер! Нихрена! Вы ждете, Биджей. Идите за кристаллом Нахтзонны. Ни хрена себе, серьезно? А ты мне не предашь и не закроешь дверь, а ну? Как это понимать? А мы сюда сходим. Что тут золотишко? Найс. Nice. Тут только золото. Где мне искать артефакты эти? Да-да-да, на территории шпион. Поехали. Так, где там моя мушка?
Это чисто, знаете, начинается комнатный шутер. Ну что это, как это, что хотите сказать, как раз это, что и говорили? Убийства нет, нихера. Это не то убийство, которое мне говорили. Типа бесшумное убийство. Ну... И при том, и при этом оно не работает. Класс. Уничтожить на месте. А можно найти то, что я ищу, пожалуйста? То я что-то найти на не могу. Ладно. Зато я при золоте. Но без улучшения для способностей. А, я понимаю, сейчас будет здоровяк, да, с этой? Фью! Готово, хорошо, перезаряжаемся, дальше идем. Перезарядка, быстро за здание. Тут ничего. Наверх. Не останавливаться. Сейчас я вас остановлю. Откуда по мне полили? Что за херня? Теперь я врубился. Да-да-да-да-да, мушка-мошка. Открывайся. Окей. Okay.
готово. Так, все, выходим отсюда. Хотя я мог к нему туда не идти, но все же. Ненужные коробки. Чему это все? Я слышал, на прошлой неделе одна такая тварь сбежала и перебила целое отделение. Я было такое, но не волнуйся, дрессировщики держат. Пожалуйста, нет! Не убивайте меня! Я не буду. Я бы хотел узнать, о чем вы, ребят. Давай вылазь быстрее, мне серия заканчивается. У меня заканчивается серия, мне некогда, давайте быстрее. Контрольная. Я как будто в рикошет, знаете, превращаюсь. Ладно, ладно, тихо, тихо. Так, хорошо. Зараза. Так, хорошо. Идем отлично, мы идем отлично. От этих тварей. К сожалению, только они могут вынюхивать нужные кристаллы. А я их не вижу. Эд, пощадите меня! Не трогайте меня! Ребята, расскажите, пожалуйста, о ком вы говорите? Слушайте, ребят, я так подумал. Давайте, наверное, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.